Снял я маслоприемник Владикалине. Горело контрольное подавление. Что случилось? Получается, забилась сетка. Видите? Грязь. Сплошная грязь. Основная причина. Не всасывает масло насос, масляный насос. Вот так вот из-за этого. Как только я снял, масло сразу же побежало вот отсюда, хотя должно было натечь отсюда, но утекать оно начало отсюда. Значит, получается, сетка расположена вот так вот. Масло вот здесь стояло и не протекало оттуда. Следовательно, здесь было все забито. Я думал уже масляной насос менять. Оказалось, все дело в этом. Сейчас мы его прочистим вайт-спиритом, бензином и обратно засунем. Посмотрим, что будет. Поставил маслоприемник, оказалось, все дело в этом. Собрал, полностью включил, завел машину, и контрольная лампа погасла. Все было в этом. Так что не спешите разбирать полностью масляный насос. Сначала разберите, посмотрите, почистите, поставьте обратно маслоприемник. После этого соберите, заведите масло, заведите. Вот. И потом посмотрите, если погаснет контрольная лампа, значит, в этом все проблема. Тут заодно, вот как разобрал, я посмотрел. Видно, что слева на переднем, на первом, то есть цилиндре, потекла у меня, потек тосол. Вот. Он белый весь в масле, если видите. Вот, заодно его буду менять, в прокладку между головкой и цилиндром. Вот, полностью доканал двигателя получается. Всем спасибо. До свидания.